Постановка автомобиля на учет с сохранением старых номеров значительно упрощает процедуру перерегистрации, а значит, облегчает жизнь продавцу. Ему больше не надо стоять в очередях и платить пошлину за снятие машины с учета. Он просто подписывает договор купли-продажи и получает вырученные деньги за автомобиль. Все остальные процедуры – это забота покупателя. Впрочем, и для него процедура перерегистрации авто стала менее затратна. Если вы приобрели автомобиль с государственными регистрационными знаками, которые соответствуют ГОСТу, то есть они не мятые, хорошо читаемые, то данные регистрационные знаки можно оставить за собой. Причем госпошлина будет составлять 500 рублей вместо 2000 при получении новых государственных знаков. Если же прежний хозяин желает оставить номерные знаки за собой и перевести их на свой следующий автомобиль, он должен написать заявление по образцу в ГИБДД. Предусмотрено и сохранение государственных регистрационных знаков за собственников. Но об этом нужно сообщить. При снятии автомобиля с учета в графе «Прошу» нужно написать «Прошу снять с учета автомобиль с сохранением государственных регистрационных знаков». Причем государственные регистрационные знаки будут храниться не более 30 суток. В течение установленного срока владелец должен забрать и установить свой старый номер на новый автомобиль после процедуры регистрации. В противном случае на 31 день номерной знак будет утилизирован. Регистрация транспортных средств осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков в порядке очередности возрастания их цифровых значений, без резервирования за юридическими или физическими лицами отдельных серий или сочетаний символов. Все заявления, касающиеся автомобиля, можно подать в электронном формате на едином портале госуслуг – госуслуги.ру или ГИБДД Кузбасса.